Дисклеймер. Я все понял, Саш. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой оканьтесь продолжим проходить вампиров. Да, и то, что ты... Подожди. А, да, это камни показалось. Когда-нибудь это откроется. Вот что, ты написала, мол, что удивлена, что вампиры вышли. Так вот, я решил так сделать. Я буду чуть пораньше отправлять видео, ну, выкладывать где-нибудь с утра. Желательно. И подожду, если комментарий успеет кто-нибудь написать что-нибудь полезное, то и уже получается после этого видео я начну записывать на следующий день. Таким образом, у меня получится записывать каждый день. Если, естественно, успеет посмотреть что-нибудь написать. Ага. Так, подожди, тогда ты мне говоришь, что можно с катаной получить. Хорошо, это мы еще получим, но пока. Ух ты. А это можно покрутить? Нет. Еще можно потанцевать и восстановить человечность. Потанцевать, конечно, вне видео тоже потанцую. Хорошая идея. Но давай-ка пока сбегаем и той вампирши, которая пожирает всех. Хотя, то, скорее всего, даже не упырь, не в... Нет, вурдалак. Хм. Надо посмотреть, какой она класс вообще. Так, вот карта нашел. Давай сбегаем. Возьмем квест для катаны, потому что мне это очень понравится. И той вернем то, что мы взяли. Так, даунтаун, так, чтобы не потеряться. Сейчас отдадим ей статуэтку эту, и, по-моему, что-то еще я должен был для нее прихватить. Если это у меня есть, то отдадим. И, надеюсь, она что-то годное даст. Слушай, не зря же я к ней бегал. Нет, Лакруа пока не идем. Короче, ближайшую канализацию, чтобы выйти можно было. Так, оп. Залазь, залазь. Так, и, по-моему, сейчас загрузки не должно быть. Да, загрузки нет. Так, где она? Ой-ой, я прям в против... О, нет, я как раз удачный стрик, как вылез. Вообще зашибись. Так, соответственно, сейчас... Ой, к ней вот это вот пробираться, это вообще кошмар. Так. Нет, это... Сейчас, уже смотри, как быстренько справим... Ого, тут меня подкинуло. Сейчас смотри, как быстро справимся, учитывая, что я уже не в первый раз сюда захожу. Смотри. Как раз, хоп, побежали. Как это? Фух, я уже думал, забагалась. Вот так, забегаем сюда, вот, приседаем. Ладно, быстро не получилось, она врезается в каждый уголочек. Так, забегаем сюда, здесь налево. Капец, это, походу, первая игра, в которой я карту запомнил. Так, забегаем сюда, да поворачивайся ты, так, давай. Направо. Здесь. Прыгаем. Присели? Да, присели. Ой-ой-ой. Не прыгай. Я не совсем понимаю, куда я иду. Ага. Все, вылез, отлично. Так, а теперь отдавай мне то, что я должен получить. А, да, она же сказала, какие-то крутые вещи даст за эти предметы, я вспомнил. Ну все, да, давай крутые вещи. Та девочка, что ты мне прислала, я развела способность маскироваться под одну из таких и искала достаточно слабых, что могли отбиться от стада. Но впервые получаю такую с доставкой. Я принесла ту вещь из музея. Да, это подлинник будет мне полезен. Что-то доносится оттуда. Шепот. Взамен я даю тебе это. Ее называют чашей ненависти. Она набухает от пролитой крови и дает своему владельцу выжимать ее. Что? Типа, если я кого-то буду убивать, то у меня кровь будет пополняться в чашу, да? Отлично, я вернусь. Выглядит как мокрое гниющее свиное рыло. Спасибо. Еще вопрос. Да. А, ты, кажется, не зациклена на смерти, вампир, пожирающий плоть, насчет предметов, которые тебе нужны. Да. Расскажи о книге. Он используется, чтобы общаться с потусторонними сущностями. Эта книга называется «Голос смерти». Если окажешься во владениях Джованни, постарайся заполучить ее, ведь второй возможности не будет. А вот что за Джованни? Хорошо, я понял. Что за Джованни? Мне кажется, Джованни, это помнишь, где в этом как раз в даунтауне городе есть это самое замок с горгульями, которых я пытался позапрыгивать, и куда мне не получилось, где я по стене пытался забраться. Вот мне кажется, это она, Джованни, хотя может это потом по сюжету еще откроется. Так, не теряемся. Куда я... Вот она. Отлично, раз мы у нее получили какую-то чашу хрена бесполезную. Тогда...
Тут вроде я не так часто с кем-то дерусь, что прям убивать приходится, да? Блин, мне бы эта чаша идеально подошла, я думаю. В тот момент, когда я заходил в тот дом. Да-да-да-да-да, кровь я бы... Ой-ё, как она была бы шикарна, мне подошла бы. Ну, дом, помнишь, который сожгли к херам потом? Вот этот вон. Так, потом сюда, сюда. Нет, не... А, да, сюда. Так. Ага, тут я помню, надо перепрыгать вот так вот, залезать. Есть, все. Теперь побежали, получим себе катану за мини-квест. Клуб. Вспомнить бы этот, как клуб еще выглядит. Так, но он явно не с этой стороны где-то стоит, потому что тут я уже был. Вот, вот в этом доме, я думаю, Джованна живет. Так, опа, оп-оп-оп, отойди. Так, ну тут, как всегда, закрыто, да? Как-нибудь попаду еще обязательно. Так, с той стороны точно ничего нет. А, подожди, вот этот вот вроде клуб, нет? Тут? Блин, я точно не помню. Ладно, сейчас посмотрим. Так, ты... Да, ты меня спалишь, что ты тогда идешь ко мне так близко? Ты тоже не подходи. Так, сейчас как бы понять еще, с кем поговорить можно. Наверное, надо подойти. И сейчас посмотрим, кто будет палить меня маскарады, кто нет. О! О боже, отстань от меня. А вообще, почему ты так... Так, прекрасное дело, увидимся в твоих снах и тенях, но у тебя тоже есть... Блин, какие ужасные ответы. В смысле, стой на месте. Больная, что ли? Мне надо найти, у кого тут катану получить. Че, драться со мной будешь или че? А ну. Не, она, походу, просто под солями. Так. Ты меня спалишь, если я с тобой поговорю? Не должно нарушение маскарада быть. А что это за дерьмо? Твое лицо называется, придурок. Так, может, у вас у кого-то? Нет, никому из них нельзя поговорить. А с кем? Алло, кто мне даст квест? Выглядишь как гомик. Какой кошмар. Алло, ребят, кто? Так, у вас я только что был. А, вы там и тут. Эх, грёбаный хаос. Так, может, ты дашь? Нет. Так, ну остаешься только ты. Фу, трупные испарения играют в Possession. А это Confession. Никаких мне тут свихнутых фанатов. О, кажется, я ошиблась. До свидания. Правильно, потому что это маска. Пойду, пожалуй. Ну и иди тогда. Ну это ж клуб. Да, это клуб, видишь, танцует. А как, кстати, мне потанцевать, чтобы человечность получить? А, вот, все. Понял, это я потом потанцую, да, восстановлюсь. Вне видео. Ну тогда я не нашел, где здесь квест с катаной. Может, в Санта-Монике написала? А я не помню. В Санта-Монике был вообще хоть какой-то клуб? Не помню. Такой, ладно, давай посмотрим, что по заданиям у нас. Также Даунтаун, Чайтаун, Голливуд. Зачем мне вообще в Голливуд было? А вот, нужен саркофаг сейчас. Первый шаг, найдите Гэри. Князь посоветовал поговорить с Айзеком броненосом в Голливуде. Айзека можно найти в ювелирном магазине. Во, что-то я такого задания даже не помню, чтоб мне его давали. Ну, понятно, и теперь надо бежать и искать, где люк есть. Кстати, вот это что? Блядь, просто банка. Сидел еще, целился в нее. Отойди, отойди. О, люк отлично наш. Нет, это не люк. Кстати, а это что за здание такое? В то, в которое я не могу зайти. Так, мимо бомжа я на всякий случай не пойду, чтобы маскарад не нарожать. Кстати, а если бы я нарушил полностью весь маскарад? Ну, интересно, мне приказали бы вампиры меня уничтожить? Это было бы круто, если бы за мной и охотники на вампиров гонялись, и сами вампиры. Вообще жесть, я бы тут ни дня не протянул. Так, могу ли я сюда как-то запрыгнуть? Нет, я думаю, пока у меня нет на это возможности. Так, через... Нет, тоже не допрыгну, понял. Значит, побежали, посмотрим, что в Голливуде. Так, это куда я зашел? Это мне в левую сторону надо идти. Вот она, карта.
Хорошо, побежали тогда до Голливуда. Ну, да, надеюсь. Хотя, может, эта женщина, у которой книгу надо свистнуть, даже тут находится. Смотрим. Вот, так, а теперь пробуем второй раз. Так, на всякий случай. На всякий случай. Так. Мало ли. Опять неадекватно себя вести будут. Что-нибудь засветилось. Что-то жужжало только что. Встань. Отлично, теперь вылазь. Ух ты, а тут красивенько. Круто. А, ой, а как выбраться отсюда? А, все, нашел. Тут менты едут, надеюсь, не за мной. Так, его ювелирке надо. Саша, ты ювелир. Только вот где ты? Так, это какие-то кунь-зайцы. Это что? Ох, ёпта. Лаки Стар, вот оно! Я встречал тебя раньше. А значит, и Айзек тоже. Так что тебе к нему. Хорошо. А где мне его Айзек найти? Айзек в ювелирном магазине в конце улицы. Считай, что ты уже приглашена. Я туда и отправляюсь. Только вот оно, Лаки Стар, я же оттуда получил карту, правильно? Смотри, Санта-Моники, вот, Лаки Стар, да-да-да-да-да, только обратно включите мне. Вот оно. Только ключ-карту от чего я получил? Тут по-любому будет очень много этажей, да? Ты стрёмный. Так, подожди, это выход? Или это выход? Что из этого выход? Так, понятно, не это значит. Ну да, тут не покупаешься, вылези. Вылези нафиг отсюда. Так вы, что ты делаешь? Ну вы... Вот почему я опять включился? Первое лицо, что ты делаешь вообще? А где тут вход? А, вон, вижу. То есть надо найти от какой двери. Но я просто не уверен, что тут вообще... Что тут как бы в принципе есть. Сейчас, замки. Не то, что ключ-карта. Во, понял. О, ты мой! Мое дело сделано. Ух ты. Чувак, ты сдох? А чё я не могу ходить? Круто. Я чё, забагался? Так. А чё я ходить не могу? Вот придурок, он мне упал так, что я теперь ходить даже не могу. Охренеть, он меня в текстуру забил. Ах ты дебил. Вот зашибись. О! Давай. Уйди. Дай пройти, ну чувак, ну нахер ты это сделал? Блять, я еще из затемнения. О, не сработало, отлично. Вот и что мне делать теперь с этим? Во! Давай. Вылези, чувак, ну что ты делаешь? Отлично! Есть. Так, а теперь откройся и дай мне пройти. Твою мать. Ну слушай, ну чувак, блядь. Надо его к херам выкинуть с этой двери. Выползи из двери. Ну твоя нога мешает мне тут пройти. Ладно, попробуем через прыжок. Отлично, прошли. Фух. Так, ключ-карта Brothers Selvage. Журнал отлично обновлен. Ох, нихуя себе. А как? Подожди, а как? А, все, понял, вопросов нет. Он отсюда, получается, кинул его туда и туда запрыгнул. Все. Дай пройти, пожалуйста. Оп. Все отлично. Фух. Вот это я не уверен, что стоит тратить попытку, чтобы взломать. Хотя, ну раз уж я все равно тут, почему бы нет, правильно? Какой мне там сила крови надо было, да? Да, по-моему, сила крови. Кстати, я тупо не могу почему-то. Так, силу крови и теперь взламываем. Ну, это, по-моему, максимум 7 уровень, да? Провал, 8 нужен. Так, короче, чтобы взламывать. А ловкость я не могу больше прокачивать. Ладно, хрен с ним, давай остановим. Ладно, идите в задницу, просто пошли дальше.
Так, теперь мне куда надо? Пошли ювелирку пока поищем. Но сначала поищем, где выход тут. Вот тут, да? Да, отлично. Ух, еще одно задание есть, отлично. Но все равно опыта очень маловато. Ко мне не приближайтесь, я не хочу получить так. Ого, тут город. Ого, тут много людей. Так он мне сказал. Ох ты ж, ёпт. А может он... Готов поклясться, что велел тебе навести барона. Так, шутки ради. Разве что чувство юмора у меня слегка извращенное. Драка меня смешит просто до усрачки. Ладно, схожу к нему. Слушай, ты заколебал, чувак. Слушай, ты как ты... О, подожди. А ты это не он? Нет. Рядом со мной прям чувак стоял. Ты видел, как маскарад просто повезло, что не нарушился. Я иду к нему, слышь. Ох ты. О, это же этот робот. Он похож на мультик. Роботы. Давно-давно смотрел. Мне он не понравился. Блять, понять бы, что из этого. XXX? Но это по-любому ювелирка, да? Венус, ну, Венус. Нет, это больше на кинотеатр похоже. Тем более тут написано, что бар. Так, давай тут посмотрим. Карта, карта, карта. А чё, карты типа нельзя пользоваться тут? А, кража века. Из музея украден анкарский саркофаг. Шикарно, спасибо. Самая бестолковая инфа. Да ладно. Пошли спиной, нет, дальше нельзя идти. Я не знаю, и чё, и куда мне идти? Ни карты, ничего. Иди к ювелиру. Может, тут он где-то. Так, сюда я явно не зайду. Туда тоже. Еще и музыка пропала. Ну куда? Ну, тут все очень пошленько такое выглядит. Я не уверен, что из этого ювелирка. Это как ресторан выглядит, это тоже забегаловка. Вот это вот что такое? Интернет-кафе. Может вот сюда что-то? Ну это тоже на ювелирку не очень похож, вот этот вот замок. Ой, хоть бы одну дали, блин, карту. Куда идти? Дамочка, отойдите. Ну, хотя бы... Давай посмотрим, что у нас, в принципе, есть еще по журналу в Голливуд. Ничего, Даунтаун, Санта-Моника, кстати. На месте последнего убийства вы нашли визитную карточку свалки, понятно. Опа, свалки, Бразес, слышишь? О, в Санта-Монике. Во, в Санта-Моника тогда пошли. А что-то я все равно хрен знает, куда мне идти надо. Я не вижу тут никаких ювелирок. Может, только в этом конце города, нет? Но это вряд ли. Но это тоже не... Ладно, пошли поищем, где тут люк. Вот здесь я вроде пришел, да? Тогда пошли в Санту-Монику, братьев там поищем. Здесь я пытался. Так. Опа, сори, но мне кровь нужна. Кстати, вот еще и карта. Но это, видимо, не так, кстати. Ювелирная, где она? А, вот. Лакерки. Я не знаю, что из этого означает ювелирный. Я вообще не помню, чтобы я хоть раз в жизни обращался к английскому слову ювелирный магазин. Да, ни разу не обращался. Так что пошли просто делать то, что хотя бы знаем. Здесь надо выйти в ближайший выход, вот он. И поищем, что за бразерсы. Знаю я один бразерс, но это сомневаюсь, что это оно. Так, подождите. По журналу Brothers Selvage. Brothers Selvage. Brothers Selvage. Естественно, тут карты тоже нет. Brothers Selvage. А это что вообще такое? Свалки. Ага, а вот. А все, я понял. Вот оно. Вот оно. Я же сказал, оно когда-то должно открыться. Вот оно. Да, я же сказал. То есть, все, я все правильно понял, что вот такой вот означает замочек, это значит, что это откроется местность просто не сейчас. Это по заданию надо. Все, отлично. Показалось.
Тут есть что интересного, нет? Компьютеры ваши нерабочие. Здесь тоже ничего. Опа. Ага. Есть кто? Нет, никого, ну ладно. Значит, нам сюда. Ой, собака. Ты кусуча? Да ну нахер. Я боюсь собак, так что не буду проверять. Да что было сейчас? Твою мать, я с какого момента... А, я в Сантамонику только прибыл. Отлично. А что сейчас было, ты видел? На меня просто с неба упал ржавый автомобиль. Шикарно вообще. Ни за что просто. Стоял, никого не трогал. Такой бух. Видно, кто-то GTA рядом играет. Чит-код активировал на машину. Но, видимо, очень давно играл. Что машина уже ржавая упала. Так, я понял, куда идти. Да-да-да. Ну, отлично. Значит, в Санта-Монике мы сейчас все дела доделаем, что возможно. Но тут все равно вот это тут. Секси-бара мы не открыли. Так, делаем вот так, смотри как. А, понял. Странно, что сохранение вот здесь вот произошло, в канализации. Надо было топор взять. Так, теперь делаем вот так, сохраняемся. Да. И побежали. Там кто-то бежал. Может, это не баг? Может, так и должно быть? Давай попробуем. Да-да-да, видишь? Сука, он мне хп сколько снял. Ах ты тварь, ты меня что, будешь теперь убивать специально? А что я туда пройти? Да, блядь. Она даже если слабенько меня задевает, она все равно по мне херачит. Ни хрена себе как, не понял. Так, а чё я там не мог пройти? Смотрим. Ага. Так я даже не успел подойти. Все, понял, короче, надо тут очень аккуратно. Я его сожру к херам сейчас. А этот прям мне по башне прилетел, но вообще ничего не было. Фаербол? Серьезно? Ух ты ж, ух ты, ёбать. Ничего себе. Колдун ебучий. А, кстати. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. А еще умнее те. Ну все, тебе пизда, понял? Почему нельзя? Нет! Отвали, вампир! Держись, мать твою, подальше! Я тебе ничего не сделал! Ты меня чуть не уебал! Может быть, но у меня есть веская причина убить тебя. Мое дело сделано. Я не хочу этого, но буду сражаться с тобой до смерти. Хорошо. Дело, и что это за дело, убийство слабых смертных? Какого черта тебя это волнует? Тебе все равно не понять. Ты что же, вампир, я тебя по харе вижу. Тебе лучше объяснить, пока ты еще способен. Зачем? Чтобы осудить меня? Чтобы решить, стоило ли потрошить этих убийц? Тебе никогда не понять, что я чувствую. Никогда! А суд уже совершился. Ты нарушил правила, теперь я тебя убью. Думаешь, ваши бредовые вампирские законы что-то для меня значат? Да мне насрать на это все! А, что ты имеешь в виду? Ты все равно уже мертв, так почему бы не рассказать мне? Тогда готовься к последней смерти. Моя семья, мои дети были убиты мелкими уголовниками, которые грабили дома, крали машины, хватали все, что только подвернется. Ни смысла, ни плана, ни выгоды, а просто убили их, а почему? Просто потому, что они оказались там. А с каждым такое случается? Никто из них не поплатился. Моя семья жертва, моя жизнь кончена. И я это допустил. Думаю, я бы тоже не выдержала. Я выследил их, охотился за ними, поймал их одного за другим. Тот в Голливуде был последним из них. Отлично, значит, ты их всех убил, и я могу тебя выпить. Почувствовал облегчение, когда отомстил, верно? Так должно быть, тебе это понравилось, и ты вошел во вкус, не так ли? Месть, правосудие, называй как угодно. Все, о чем я думал, добраться до этих злобных животных, разорвать их на куски и слезать их кровь с моих когтей. Так и что теперь? И как тебе удается бороться с этой жаждой? Я не знаю. Расправа с этими ублюдками — единственное, что пробудило во мне какие-то чувства после смерти семьи.
Уверен, что есть и другие, чьи преступления остаются безнаказанными. Кажется, тот зверь бы... Кажется, твой зверь берет над тобой. Как насчет моих? Может, начнем с меня, зубастый мститель? Я знал, что ты не сможешь с этим справиться, слабак. Я хотя бы пустил это в дело. Сколько вампиров используют свои способности для всякой ерунды? Я хоть что-то сделал! Как с тобой диалог закончить? И теперь пора за это ответить. Настал час расплаты. Подожди! А я катану еще не получила, Сипада. Ты че меня такой кидал и устроил? Ни хрена себе. Я могу тебя выпить? Не могу, понял. Помогите, люди! Тут вампир бешеный. А, это я. Тогда оборотень бешеный. Вставай. Оп, на, под... На. О, в огонь тебя к херам спалю. Понял? Ай, подожди, нет, я тебя должен убить, а не ты. Понял? Тут другие правила в игре. Нет, ты, походу, не понимаешь, да? Все отлично. Восстановление маскарада опять. Блин, хоть бы оно подкопилось, знаешь, немножко, чтобы на следующий раз, когда я накосячу, у меня было чем восстанавливать. Блин, обидно-то капец как. Все меня тупо оттуда выгнет. Так, во-первых, убери оружие, чтобы никто не увидел. Это неприлично. А теперь смотрим. Санта-Моника. Да. Даунтаун, остался Голливуд, Чайтаун. Три города, хорошо. Теперь побежали тогда. Сутный день становится ближе! Может, тут? А про что ты говорила тут? А, задание в клубе. А клуб, возможно, вот этот вот. Давай посмотрим. Вот только не помню, где этот. Хотя сейчас уже все равно время подошло. Давай-ка ты пока напишешь чуть-чуть подробнее, в каком конкретно клубе... Да, уйди. В каком конкретно клубе мне стоит получить задание с катаной, а я пока на этом завершу. На этом все. Все ссылки в описании, напиши, что я посылаю. Все, да? Скоро увидимся.